А что там? Жило слишком глубоко? Да нет, в этих пещерах что-то живет. Что-то, что убегает каждого. Скажите, ребятки, куда это вы собрались? На Керос. Быть может, это твой счастливый день. Хорошо потратить честно заработанное – тоже искусство. Посмотрим. Будь здоров. Нет ничего лучше. Она богат своей славой. Будем держаться вместе, и все будет хорошо. Медведи-оборотни напали. Вот так чудо! Приветствую, ведьмак! Я по поводу пропавших горняков. Может, я смогу помочь? Рассказывай, в чем дело. Ну, ходят слухи, что в горах с северу отсюда есть серебро. А поскольку нам деньги нужны, и надо дракары к набегам готовить, мы послали нескольких ребят посмотреть, много ли правды в этих слухах. Вот они и не вернулись. Надо их искать, а это займет много времени. Мне придется поднять цену. Лишь бы не слишком высоко. Горстку крон я, пожалуйста, докину. Ради наших ребят. Ладно, договорились. Серебра в горах может и не быть, а вот чудовища есть обязательно. Проверим, может, на них горняки наткнулись. Спасибо, ведьмак. В прежние времена столько чужаков. Добро. Я беру половину туши и рога, а ты другую половину и шкуру. А богам что же? А боги пусть себе сами добудут. Yeah.
паскуда! Здесь стоит осмотреться. Кровь еще не засохла. Это был неравный бой, у него не было шансов. Свежий. Кровь еще не засохла. Земля забрызгана кровью на несколько шагов вокруг. Много ее здесь. Еще не засохло. Кровь еще не засохла. Еще одна жертва. Но пошла. Лагерь горняков. Может, будут какие-нибудь следы? Они наткнулись на богатую жилу, но что-то пошло не так. Человеческие следы. Хорошо. Раны как от тупого оружия, грудная клетка вдавлена внутрь.
здесь кто-то полз. Кто-то со сломанной ногой. Эти деревья сломал не ветер, а что-то... что-то очень большое. Мертв. Множество ран и синяков, кости переломаны. Серебряная руда. За ней они пришли, за нее и погибли. Скальный тролль. Люд, крест, ну и я, крест. Ну что, пастух, стой! Я хочу поговорить. Подожди, давай поговорим. Хорошо. Но ты спокойно. А то я тебе хрясь, как тех. Вот именно. Зачем ты их? Хрясь. Они вошли в дом. Я говорю, люди вон. Они хрясь, хрясь мои камни. Вот и я хрясь. Это тебе даром не пройдет.
Ну и ну. Вот так. Приветствую, ведьмак. Я нашел горняков, они зашли в пещеру тролля и застали его дома. И никто? Никто. Но тролль больше никому не причинит зла. Слабое утешение. И все-таки награда мне полагается. А, возьми. Счастливого пути. Прежние времена, что ли, чужаков? Для друзей у нас есть сердце. Здорово вы с Хьялмаром ледяного ублюдка уделали. Да? Соблюдай наши обычаи, приблуда. Но вонзив клинок под сердце, Хьялмар славный завершил навеки путь его кровавый. Мёдом тебе жопу уже намазали, герой? Ты чужак, я думай, сам. Куда идешь. Это еще что? Иди за собой, прошу поверить. Гравировка. Что, опять мечи ковать? Расплавишь клинок и откуешь заново. Меч должен хорошо рубить, а не красиво выглядеть. Привет тебе, белый волк. Я ждал, что ты заглянешь. Да что там, был уверен. Да,
Лучшая мастерская доспехов на всем Скеллиге находится именно здесь, в крепости Каэртрольде. Это все знают. Воспользуюсь случаем в этом убедиться. Осмотрись. Не спеши. Я ищу кого-то, кто сможет сделать доспех мастера. Не знаю ни одного мастера, который не был бы краснолюдом. Может, Фергус тебе помог бы? Говорят, он затерялся где-то в Велине. С удовольствием взгляну на товары. Будь здоров.
Соблюдай наши обычаи, приблуда. Прошу повежливее. Интересуешься оружием? Здесь у каждого клинка своя история. Кажется, это предназначалось тебе. Письмо от матери? Она пишет, что его должна была привезти сестра. Откуда оно у тебя? Я наткнулся в лесу на тела людей, убитых чудовищами. Письмо было у одной из мертвых женщин. Синга умерла. А сколько раз я говорил и ей, и матери, чтобы они переезжали ко мне, вместо того, чтобы сидеть на Фарерах. Надо послать кого-нибудь за телом. Мне жаль. Спасибо, что передал мне весть. Другой утруждаться бы не стал. Прошу, возьми. Медвежью услугу оказала своему сыну Бернабран. Уйди. Оставь меня в покое. Уйди. Оставь меня в покое. Приезжают тут всякие с большой земли. Я вот всегда думал, что вы, ведьмаки, будете делать, когда я вырасту, стану жрицей. Лешие, и мне великаны. Надо идти замуж. Приезжают тут всякие с большой земли. А я говорю... У моей маленькой Моргун завтра день рождения. Не знаю, что в ней будет. Может, набор красивый? Набор? Ты серьезно? Ведьмак, ты ведь насчет дракона пришел. Расскажи мне что-нибудь про этого дракона. Как он выглядит, например? А то ты не знаешь. Что ж ты тогда за убийца чудовищ? Ну и чешуя у него, крылья, когти. Дракон как дракон, нечего о нем болтать. Убить его надобно. Пока он еще кого-нибудь не сожрал. Поговорим о награде. Сколько ты даешь за дракона, я обычно беру за накера. Много. Но и дракон тоже не мелочевка. Пускай так, согласен. Ведьмаки обычно драконов не убивают, но я посмотрю, что можно сделать. Ты говорил что-то про жертвы. Двое братьев, Аскель и Нильс, пошли на охоту. Да сами стали добычей. Такие у них были паскудные раны, что даже мне плохо сделалось, как их принесли. А я много чего повидал. Был в 32 походах,
От пояса до гор. Это наверняка очень интересно, но сейчас меня интересуют раны. Можешь описать? А сами и посмотрите. Семья только готовит ребят к похоронам. Они в доме еще лежат на северном краю деревни. Только отнеситесь к телам с уважением, как велит обычай. О, ведьмак! Хвала Фрейе! Ведьмак, помоги! Ну и что? Что дальше-то? Да ничего уж. Что теперь? Это работка для ведьмака. Ну, как хочешь. В чем дело? Чудище на меня напало. На нас с товарищем. Уж мы ему покажем. Не мы. Ведьмак. Да по что ж ведьмака тревожить? Это должно быть стая волков на тебя напала. А ты перепугался, вот тебе и привиделось. Сейчас пару ребят похрабрей созову и... Обойдешься. Поможешь, ведьмак? На тебя вся надежда. Эти сфарер все-таки идиоты. Может, этот охотник был прав? Может, это были просто волки? Я-то знаю, что видел. Да что он может знать? Эти неумехи из Друмондов ни черта не смыслят. У него-то как раз были цвета анкрайтов. А ты уверен? Более чем. Да без разницы, этим я тоже не доверяю. Это были чудища, и мне нужен ведьмак, а не охотник. Добро. Говори, в чем дело. Ехал я с приятелем сюда, в Фирсдаль, на телеге с кожами. И тут вопль! Конь как переполошится, как забрыкается, а с кустов чудища! Товарищу моему не повезло, они сперва до него добрались, а я чудом уцелел. Что это были за чудища? Микухи, как пить дать! Кто? Ну, такие, с острыми когтями и со звериными черепами на головах, стаями нападают. Накеры? Ну да, накеры! Штук 20 их было! Ну как поможешь? Перебьешь их! Хорошо бы дорогу расчистить, а то я в эту сторону скоро опять поеду. Ну, не знаю. Груз твой пропал, тебе нечем будет заплатить. А даром я не работаю. А у меня кое-чего отложено. Договоримся. Сколько ты хочешь? Справедливая цена. Ну так как? Я тебе помогу. Я так и знал. Все-таки ведьмак есть ведьмак, а не какой-нибудь прощелыга из Друмондов. Точнее, из Друмондов. Удачи, ведьмак. Бывай. Минутку. Где мне тебя найти? Чего? Когда я выполню задание, где тебя искать? А, ну да, ну, тут, в корчме неподалеку, буду ждать, да. Ладно, до встречи. О! Я на тебя рассчитываю, ведьмак. Пожалуйста, еще один пришел полюбоваться на жертв дракона. Может, мне уже деньги за погляд собирать? Может. Но я бы все равно не заплатил. Мне и на работе мертвецов хватает. Я ведьмак и пришел сюда, потому что взял заказ на этого вашего дракона. Уж простите, не знала. Чем? Чем я могу вам помочь? Я знаю, что тебе нелегко, но я должен осмотреть их раны. По крайней мере, ты спросил моего согласия, не то что другие. Если это поможет тебе убить эту бестию, ладно, будь по-твоему. Где нашли тела? На поляне, за рекой.
Ребята любили это место с детства. Ходили туда зайцев ловить. Это все, спасибо за помощь. И я за них отомщу, обещаю. Следы когтей, зубов, но ожогов нет, интересно.